домики – это европейская традиция. Европейцы пекут в разных странах Европы. Пряничные домики дарят друг другу на Рождество, ставят у себя дома. В Норвегии город Берген. В этом городе все жители пекут пряничные домики маленькие, приносят, и они строят самый большой в мире пряничный город. Нам это понравилась идея, и мы решили тоже приглашать всех одесситов принимать участие в организации этой выставки. Громадська організація «Волонтерський рух Буковини». Робили ми його разом, волонтери нашої організації, і вирішили підтримати Одесу і привезли його сьогодні. Десь 5 днів випічки і 2 дні по 12 годин розпису і склеювання. В цьому році проводили в Чернівцях благодійний аукціон розпродаж пряничних будиночків. Нас підтримала Одеса, і ми вперше це робили, вперше це вивчали рецептуру пряників, і так робили це вперше. Это ваша работа? Да, да. Мы просто взяли лист, сели и сделали идею, нарисовали, что как будет. Не жалко потом, что это все съедят? Все так говорят. Да, но как бы мы хотели объединить и что-то съедобное, и красивое. Ну да, иногда жалко. Слушай.